Сегодня эти люди обладатели нового технического транспорта. Подопечным симферопольского пансионата для инвалидов и престарелых подарили более 50 колясок для комфортного передвижения. На сегодняшний день полностью перекрыли всю потребность. Сегодня нам привезли 51 коляску. Это 34 человека, потому что есть коляски уличные, есть коляски комнатные. В Госкомитете по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов уверяют, такие мероприятия станут постоянными. Со временем все нуждающиеся получат помощь в полном объеме. Планируем собрать воинов-афганцев, вручить также им коляски. И вы знаете, что создана ассоциация инвалидных организаций. Мы проведем тоже ряд мероприятий по вручению инвалидных колясок. Инвалидные коляски есть. Я думаю, что мы в ближайшее время их донесем до людей, для тех людей, которые нуждаются именно этими средствами реабилитации. Подарки инвалидам вручают по программам «Социальная реабилитация» и «Доступная среда». Люди с особенностями, в свою очередь, благодарны таким неожиданностям. Присоединились к подаркам и творческие коллективы, порадовали концертной программой. Анастасия Калугина, служба новостей ИТВ.